25 марта, великолепная погодка стоит, мы находимся в базе отдыха Трубник, место называется поселок Курганово, ровно год назад мы здесь также отдыхали, мы были последние деньки перед закрытием базы отдыха на карантин в связи с коронавирусом. И вот прошел год, более холодная погода, чем в прошлом году. Снег практически лежит нетронутый весь. Хотя сегодня вот обещают плюс 5. Наверное, все-таки начнется хоть какое-то таяние снегов. Завтра даже плюс 9 градусов обещают, даже не верится. Посмотрим. Наш номер на 5 этаже. Вот я стою на балкончике. Красивые виды. На противоположном берегу Макаровского водохранилища за год очень увеличилось количество уже построенных домов. Частный сектор разрастается. Там были отведены новые земельные участки и ведется интенсивное частное индивидуальное жилое строительство. Здесь мы находимся в Сосновом, в Еловом бору, в Березовой роще. Все тут есть. Такие у нас тут виды. Вот по той дорожке сейчас и пойдем. Мы вышли на прогулку. Это здание нашей базы отдыха. Здесь сплошной сосновый бор. А это ели. А это ели. Курганово. Там у моста скопление любителей
подледного лова, как-то все в одном месте обитают. Видимо, там самое клевое место. Церковь в Курганово и небольшой такой панорамный вид.